Ну вот, это у нас Берта, и мы в процессе ее раздойки. Мне еще выделения еще идут. Значит, вымя мы помыли, как мыли вымя, у нас есть видео в Ютубе, там все увидите. Ничего не изменяется. Значит, в первую очередь, нетели нужно делать массаж вымени. Массаж вымени мы будем делать следующим образом. Вначале вот у нее вот здесь вот, вот вымя. Вот оно вымя, вот она лежала, вот у нее, видишь, вот складка образовалась. Это вот у нее может быть застойные такие дела. Тут вот вначале вот круговыми движениями, вот так вот мы делаем сухими руками. Вот так. Это задние доли мы массажируем изнутри. Так. Помяли. Помяли. Круговыми движениями. Дальше садимся. Садимся вот, да? И вот так вот мы делаем. Вот. Значит, то, что на животе у нее грязно, это у нее за зиму она испачкалась. Ну, мы это все и повычешем. Мы все это и вычешем. В принципе, она уже у нас очищает. Вот так вот массажируем передние доли и задние таким же образом массажируем. Массажируем. Вот она уже ножку поднимает. Ей нравится. У нее, правда, болит вымя, она терпит. Но она у нас молодец. Вот. Та доля у нас вообще что-то какая-то плотная. У нее. Вот. Да, сейчас. Короче, сейчас надо подпустить теленка. Это белка, иди сюда. Белка, 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 белка. Фиксик, не ты. Ты что ли будешь птить круто? Ты что ли? Давай, зовем белку. Пошли, пошли, пошли к маме, к маме, к маме, к маме. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Все, сейчас она здесь. И Берта у нас уже чувствует. Берта чувствует, что с ней рядышком ее дочь, которая никуда не денется отсюда. Все, Оль, не выпускай ее отсюда, ладно? Ага. Сейчас я возьму крем. Крем для доения у нас стандартный, доильный вазелин. Все, смазываем соски. И там смазываем. Все. Нормально? Нормально. Ведерко у нас, подойник у нас. Ой, Берта!